Ко мне обратились Роман Янушковский и Сергей Сорокин на предмет того, что хотелось бы что-то поменять, потому что не получают полноценного игрового времени. Так сложилось по началу сезона, что другие ребята больше играли. Ребята хотят выходить в стартовом составе. И сейчас есть возможность поменять команду на более сильную лигу. Там и играть интереснее. Ребята надеются, что больше игровой практики они будут получать. Да, наверное, по финансовым условиям тоже там гораздо интереснее. Посидели, пообщались и приняли решение, что стоит, наверное, отпустить, чтобы не мучить ребят, потому что потихоньку они начнут закисать, потому что в полноценной игровой практике, еще раз повторю, не получают, а ребята хотят играть. Ну, в целом, молодцы, так спортсмен и должен действовать, он должен играть, а не просто там сидеть на скамейке, быть в команде. От себя ребят могу только поблагодарить за эти там 2-3 месяца позитивной работы, за голы, которые они забили за нашу команду, за время, которое они с нами провели. Поэтому приняли решение отпустить ребят, пожали друг другу руки и на позитиве в целом расстались. Пожелали им удачи, Бистрам продолжит дальше этот сезон.